Так, Фредди Мартелло. В тяжелом весе он, конечно, не справился, но я думаю, в легком весе у него есть шанс. Ник Чуи. Весь РМ-тим приходит на него смотреть. Пожалуй, нужно дать ему еще один шанс. Ну и, естественно, лопатка. Ему в любом случае придется отставить свой чемпионский пояс. Вик, обрати внимание на меня. Ты что, тоже хочешь в бой легкого веса? Нет, я ценю твое чувство юмора, но мне нужен бой за чемпионский пояс НФР. Да, я помню, ты был победителем королевской битвы 2009 года. Ты был победителем победителя королевской битвы 2008 года. И мало того, ты был еще и чемпионом в парных боях. Да. Я понимаю, что я тогда сам отдал этот шанс, но если тебе сейчас нужен боец, который готов побить Громова, ты смотришь на него. И даже ручка уже не болит. Ручка? Ты знаешь, а мне тоже этот Громов совершенно не нравится. Иди и сделай его. Я всегда знал, что из тебя будет отличный генеральный менеджер. Красавчика вставь. Красавчика.